OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Я думаю, що, звісно, кое-які сценарії американці зламали Кремлю. И вот эта публикация, и только, я думаю, части их данных о вот этом кино, которое нужно было снять для того, чтобы показать про зверей бандеровцев, классный ход просто, вот, ну, большой палец, да, что уже такой сценарий не прокатит. Какие еще есть варианты, на твой взгляд, казус Белли, создание повода для войны? Если вот такое уже, не получилось, да, привезли туда вагнеровцев вроде как, уже и сниматься готовы, и форму, наверное, пошили украинскую там, и что-то такое, но что-то пошло не так, и вот теперь как-то неловко получилось в этом информационном мире. Какие варианты есть на столе у Путина, по твоему мнению? Я думаю, что если он от, в принципе, вторжения не откажется, а любая провокация, она должна вести, ну, к масштабным действиям. Неважно, они охватят всю Украину, какую-то ее часть и так далее. То я думаю, что тут вариантов уже не осталось никаких. Вот просто достаточно взглянуть на карту и понять, что это может быть только Беларусь. Да, значит, столкновение через Беларусь, провокации в отношении Беларуси. И я думаю, они пристрелку уже делают. Просто Лукашенко, как обычно, бежит впереди паровоза. Да? Он все время рассказывает, то беспилотник они сбили, выясняет, что это российский беспилотник, то еще какие-то планы озвучивает, которые, ну, в силу его импульсивного характера, я думаю, он опережает события. Но я думаю, что, конечно, Беларусь это самый подходящий вариант. Вроде как и не Россия, вроде как и не Ордло, понятно, марионеточная территория, где можно чего угодно устроить, да, взрыв без пороха, что называется, придумать какой угодно фильм, убить какого угодно несчастного мальчика или еще что-нибудь. А Беларусь, это же не мы, это Лукашенко, это же как с самолетом. Я просто уверен, что посадка РНР, она проводилась при оперативном контроле со стороны российских спецслужб. Но тема участия России в этой спецоперации, она же полностью ушла. То есть никто не ложил санкции за посадку РНР на Россию. Накладывали на Беларусь. Ровно так же можно использовать ту же ситуацию при провокации со стороны Беларуси. Сказав, это не Россия. Но мы же вынуждены были вовлечься в связи с тем, что вот произошли боестолкновения на границе Беларуси и Украины. Это самый такой, мне кажется, оптимальный сценарий в этой ситуации. Эта война уже совсем уже в Европе, уже вот здесь, вот прямо в, да, буквально рядом. Я думаю, что не факт еще, что за подобное нападение там, ну, собственно, какая разница? Подобное масштабное нападение, такое, не такое. Как бы я думаю, что Путин огребет санкции по полной программе. Ну, я думаю, санкции это будет самое невинное, что он получит. Санкции это будет самое-самое невинное. Собственно, для этого ему нужен был Пекин, который должен был бы де-факто и это все компенсировать. Все эти риски, угрозы, вплоть до эмбарго нефтегазового. Почему о газе так зашла речь? Ну, потому что если действительно волевым образом будет перекрыто это все, да, то нужно будет диверсифицировать поставки, хоть что-то, какие-то деньги получать. Поэтому он пытается проложиться. И не случайно визит был, кстати, президента Тегерана, Раиси, в Москву, ведь тоже для того же, для сотрудничества, для налаживания, что мы переключаемся полностью на Восток и в Азию. Да? Но я бы сказал так, мы исходим все время из того, что я об этом говорил, что действительно Европу и американцы, и НАТО, и Брюссель боятся войны в Европе, широкомасштабной войны в Европе. Тут у них этот страх живет. Но не дай бог только в Европе, потому что любая война в Европе перерастает в мировую войну. Где-то локально в странах третьего мира, где-то могут войны идти, но не дай бог, чтобы в Европе масштабная война. Ровно поэтому они заваливали бомбами Югославию, значит, в момент, когда, в общем, сербский президент Милошевич фактически был ответственен за военные действия и так далее, чтобы, не дай бог, не допустить войны в Европе, размаха ее такого, который бы вовлек множество стран. Что касается Беларуси, то все, я думаю, понимают, что это за режим, никому иллюзий питать не надо, хотя я тебе напомню, еще в январе 2020 года туда приезжал госсекретарь США Помпео, приезжал в Минск, встречался с Лукашенко. То есть Америка, да и Европа отчасти еще строила планы на какую-то якобы независимую позицию Лукашенко, который, будучи диктатором, все-таки пытается
сохранить эту независимость от Кремля, сохранить эту независимость от Путина. Сейчас этих иллюзий никто не питает, и поэтому думать, что вот та же схема, а мы будем чуть-чуть как-то маневрировать с Лукашенко, там его министр иностранных дел Маккей разъезжает по всей Европе, умоляя на коленях, значит, не отдавать в лапы кровавого Кремля, значит, несчастного Колю Лукашенко, да, значит, это, по-моему, уже не работает. Мне кажется, что на это уже никто не поведется, и никто не испугается того, что уже третья страна будет вовлечена в этот конфликт, тем самым расширяя его за зону конфликта только России и Украины. Это, несомненно, является просто инструментальной вещью, которая вызовет реакцию в отношении Москвы, и никто не поведется на то, что это не мы, это Беларусь. По-моему, эта схема уже не сработает. Советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление в интервью американских телеканалов, где жестко предупредил Китай ни в коем случае не пытаться играть в одну игру с Владимиром Путиным, поскольку экономические последствия санкционные могут настать не только для российской экономики, но и для китайской. Кстати, из Китая ответа не последовало. Выглядит так, что Америка очень озабочена возможным формированием альянса между Россией и Китаем. Возможен ли этот союз Путина и Си Цзиньпиня? Или это все-таки больше игра Путина, опять же, с целью выторговать больше у американцев? Ну, смотрите, ответ на этот вопрос надо искать в плоскости того, как вот эти угрозы из Вашингтона, санкционные, 2008 года, 2014 года, по сегодняшний день повлияли на Россию и на ее действия. Мы услышали 3 месяца назад ультиматум открытый в сторону США и в сторону Европы. То есть эти санкции, которые с 2014 года стали вводить, не дали никакого результата для страны уровня России. Уровень Китая – это не уровень России. И если на стороне России нашлись игроки старой Европы во главе с Германией и Францией, то на стороне Китая, мало того, что Китай сама по себе по весовой категории – это не Россия, и мало того, что та же старая Европа имеет огромные миллиардные взаимоотношения с той же страной, потому что Китай производит, старая Европа это покупает. Куда ни пойдешь, там все китайские товары. Так же, как Соединенные Штаты. И поэтому, ежели Соединенные Штаты на Россию вот так относились и к украинскому кризису, к грузинскому кризису, ко всему тому, что там Россия творила, потому что экономических завязок у них с ними нету. И поэтому они делегировали это Германии и Франции. Но Германия и Франция, имея эти завязки с Россией, увидели, как она лоббировала интересы России, а не интересы Украины. И с таким подходом, если мы будем анализировать то, что происходит вокруг Китая, то для Китая это заявление помощника президента по национальной безопасности, это комариный укус, это простая риторика. Поэтому они даже не посчитали нужным на это отвечать. Более того, вспомните, как они проглотили Гонконг. Что сделали для этого Соединенные Штаты, Великобритания и все остальные союзники на Западе против Китая? Ничего. Вот точно так же они проглотят в перспективе Тайвань. Можете не сомневаться, потому что никакой сопротивляемости в этом вопросе, я имею в виду экономической, на Западе нету. А военно кто будет воевать? Вы что, много увидели желание на Западе повоевать за Грузию, за Украину? И кто-то на Западе будет воевать с Китаем? 2 постоянных члена Совета Безопасности, 2 ядерные державы. Просто вот бизнес-интересы на Западе, в первую очередь, тех транснациональных компаний, всех тех, кто делает деньги, как это мы видели в случае с Украиной, они помогут пролоббировать интересы того же Китая вот в этой эскалации, которая вот в перспективе может намечаться, да, вокруг того же Тайваня. Точно так же, как мы это сегодня по очереди видим, вокруг той же Украины. Поэтому я воспринимаю вот данное заявление через призму того, что вот я сказал.